Блять, чел, ты исчезаешь. Приветствую вас, чайные культисты. Сегодня мы окунемся в мир Индиго Парк. А в конце для вас я подготовил скетч самого запоминающегося момента из этой серии. Ну что, погнали. Игра на английском. Я попытаюсь вам все перевести, но я не отвечаю за себя. Погнали. Я вообще до этого никогда в такие хорророподобные игры на самом-то деле не играл, так что... Не знаю, для меня это будет новый опыт. Честно, я раньше из подобного играл только во FNAFец, и то только первый. Так. Индиго Парк. Новый рай, добро пожаловать. Блин, пипец, он, конечно, разрушил. Если коротко, новые технологии, что-то про правду. Ну, короче, наваливают они, короче. Правда, какие там технологии, когда картинка черно-белая? Это огромный вопрос, но... И фига у нас комнатка тут. Ля, хочу себе такой постер, посмотрите. Не знаю, но мне художник, который над этим всем работал, он мне уже нравится. Пипец. А, привет, Лаура. Ладно, нам не дадут прочитать нормально. Ля. Не, ну посмотрите на этот маскотик. Ля, он такой милашный, я не знаю. Я бы с ним чайку попил. Серьезно. Так, походу мы туда приезжаем. Нафига-то. Я вообще об игре услышал мельком, то что вот какая-то новая игра вышла, ну как сказать, я это услышал где-то еще месяц назад, может быть, не точно. Птицы, а, птица пера, хм. Интересненько, блин, ну, я не могу с его милоты, он даже в такой ЧБшной версии очень мило выглядит. Так, нажмите... БСД тут двигаться. Ну, классика. Ё-моё, как покачет. Мне нравится тут пипец работа с камерой. Просто как она покачивает. Анимация руки, когда мы идем. Ема. Пуш. Мы можем пуш? Или не можем пуш? Окей. Индиго Парк. Так, мы реально ничего не можем, кроме того, ходить. Ну что, пошли. Тут все как-то разрушено, я не понимаю. Не, ну, логично, это типа мы пошли в заброшенный парк или типа того, я не знаю. Это, я так понимаю, стройматериал вывозили или что тут? Его пытались сносить? Блин, Unreal Engine удивляет своей красотой. Не то чтобы я много раньше играл в игры на Unreal Engine. У меня относительно недавно появился компьютер, на котором можно было бы такой поиграть. Не, ну вы посмотрите на эту мордаху. Не, ну вы посмотрите. Я готов отсосать художника, который его нарисовал, серьезно. Я так понял, через главные врата нам нельзя. Разработчики вежливо нам подсветили фонариком, куда можно пройти. О, это не фонарик, это... Ё-моё. Вы посмотрите, открывается. Ну да, тут, конечно, And it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is the most fun it can be. Just hop on over to the registration center to your left, where our friendly assistant will help you begin your adventure in the park. Короче, объясняю. Нас по... сейчас подприветствовал, я так понимаю, маскот всего этого места. Семейства, места... енотик по лоску. Походу, у него яичко есть или что-то типа такого, то, что он осознает, то, что... мы первый гость за, там, вроде бы 2000 дней или типа того. Вот я сказал, что мне его дизайн понравился, мне его голос не понравился. Голос какой-то
херовый, не знаю. Я думал, у него голос будет помилее. Ну ладно, да ладно. Е-мое. Смотрите на эту птицу. Ладно, птица. Птица нормальная. Ну да, фурии что. Ага. В отражении мы можем видеть то, что нас не существует. Так, это получается, допустим, на Е. Hi, да, на Е. I'm Rambly. Rambly the raccoon. And it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is registered. О, будем регистрироваться в Индиго Парке. О, посмотрел на меня. Don't seem to have your face in our guest list. Is this your first time here at the park? Да, это мой первый раз. Just get plastic surgery. No worries. It's Rambly Tuesday, so you qualify for a big discount on your visit. Just follow me to the main gate. Ooh, I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer. В общем, он нам сказал то, что нас нет в списках нашего лица, но сегодня, получается, среда Рэмбли, или там был четверг Рэмбли. Ой, фига залагал. Ё-моё. Возникли какие-то непредвиденные шоколадки. То есть у меня в момент просто все залагало. Сначала в игре залагало, потом мой аватар Витуба. Ну, витуберский аватар. Ну, короче, то, что вы видите. Тоже залагало, я не знаю, что случилось, но вроде бы все починилось. Ну что ж, идем дальше. А, во, привет, привет. Не открыты ворота, да. Lucky you! You get to be the first person to try our turn on the generator mini Rambly venture. Have fun! Мы будем первым. О, это мне. Ну, получается, будем иметь фан. Ебло. The Indigo Violet Compact Power Generator. But it seems to be inoperable. Looks like it's missing a piece. Can you find it? Короче, не хватает запчасти, надо запчасть принести. О, ля, хочу себе такую игрушку. Надо будет купить мерч. Обязательно. Запчасть у нас... Блять, вы серьезно? Блин, я не знаю, наверное, запчасть где-то там. Мне даже выйти не дают, типа... Не, чел. Тут без вариантов. Ты подходишь и берешь запчасть. Окей. У нас есть одна шестерня. Странно все это. Ну, получается, мы можем дернуть рычажок. Ё-моё, у нас какие-то руки, как будто бы мы играем за мелкого шкет. Хотя мы вроде бы на машине приехали. Непонятно. О, еще игрушка. Ё-моё, ну, я не знаю. Я смотрю на эту милоту, умиляюсь. Ё-моё, какая красота. Окей, for real this time. Welcome to Indigo Park. Блин, не, дай с тобой поговорить по-человечески. Окейшки, я снова вернулся. Походу, мой компьютер не вывозит Unreal Engine. Особенно при съемке тройной. Так, птица. Енотик наш. Я забываю постоянно, как его зовут. О-о-о. Хочу себе вот эту большую лягушку. О, еще одна птица. Птица это сюда. Лев какой-то. Нет, что-то выебистый слишком, не нравится. Не нравится мне этот лев. Сюда пройти мы можем, не можем. А, можем. Невидимая стена преграждает нам путь. Но это, видимо, проказнь. Как светится. Так, сюда не пройди, сюда тоже не пройди, а куда пройди? Вот сюда пройди. О, каждый раз теперь не надо будет. А, анимация была, ладно. Ема. Каков енот? Чел, у тебя все нормально. Че, как моя жива?
тряпочки, носочки, мусор, который... Вообще гениально собрать кучу мусора и потом его не выкинуть. Потому что почему бы и да? Не, ну тут явно работали люди над чем-то. И при этом вот этот енотик ведет себя как будто бы вообще хз, что происходит. Хотя при нем велись уборки и так далее. Че его вообще оставили? Кто за свет платит? Нет, че его оставили? Ну, очевидно, когда тут делали уборку какую-то последнюю, вот эти мусор собирали, он, хочешь не хочешь, но, ну, поговорил бы с людьми. Они бы ему хоть что-то сказали. Он бы мог попросить его забрать или еще что-нибудь. А, следующая локация. Прикольно. Дальше, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Ё-моё, я испугался. Меня легко напугать, я просто... Если коротко, немножечко маршрут перестроен, потому что, ну... Была перестройка незапланированная. И в честь этого у нас скидка в бесплатно процентов. Блин, можно я это домой заберу? О, нет. Мне вот эта цветастость не нравится. Плохое предчувствие у меня насчет цветастости. О, а вот это вот мне нравится. Так. But it's one of my favorites. Do you know why Rambly the raccoon loves Rambly's Railroad? Because I like trains. А, почему Рэмбли енотик любит Рэмбли еночий рейс? Потому что он любит поезда. Получается, мы сейчас пойдем на поезд? А, эта розовая херня была поездом. Блин, почему розовый? Он же фиолетовый. Вот фиолетовый какой-нибудь лавандовый бы мне понравился. А это розовый цвет... Ладно, я так понимаю, мне нужно сесть. Опа. Ага, я даже провалиться не могу. И затемнение. Рэмбли. Welcome to Rambly's Railroad. I'm conductor Rambly. Он кондуктор. Он лагучий кондуктор. Бля. Ой, милашка. Не, музыка прикольная. Молли. Лучший пилот. Короче, она испоганила кучу вертолетов на этой неделе. Но это похоже Вуман. Не, Вуман мы поддерживаем, но Рэмбли, он, конечно, парниша, но он такой милашный. Я не знаю, он захватил мое сердечко. Я просто увидел его на обложке сразу. Скачать. О, змеюка. Грустно. I'm always longing for a new seashell for my collection. Oh, Finley, you should come out of your shell. How about you come into it instead? My ride, Oceanic Odyssey, will teach you all about the wonders down under the deep blue. Короче, все приглашают к себе на прогулочку подводную. В этом случае. Ладно, не то чтобы он мне нравится, но он не самый худший из всех. Я бы его поставил где-то на третье, на второе место. Летучая мышь или что? Get the right back and running. Не
Я не понимаю, что с ним. Типа электричества нет. А кто тут должен был быть? А, Скунсиха. Скунс. Непонятно, что мы должны сделать. Ладно бы, если бы это сейчас было из-за моей ошибки с английским, но нам ничего не проговорили. Блять, пиздец. Только видите, что это будет за нами бегать. Не надо. Не, конечно, сказал... Блять, мне... Когда бояться, я испугался двери. Ладно, рэмблинутик. Почешу тебя за животик. А я знал, что он жопошник. Вот. У всех жопошников есть своя группа почитателей. Харе рычать, ты тварь. Тут не... Согласен, нахер его. Поехали дальше. Ясно, он тебе не друг. Ну, я бы с ним тоже возиться не стал, на самом деле. Ладно, мальчики, может быть, и не кайфовые, но плюшевые игрушечки. Ё-моё, я бы за них это самое, ну, понимаете. Нет, такое ощущение, что это какой-то целый город. Блин, тыкаюсь туда-сюда, ничего. Короче, опять все завалено, но нам нужно попасть в security office. А, не, во, оно закрыто. Нам, получается, сюда надо, но для этого нам нужно попасть в security office. И я предполагаю, что у нас остался только один вариант, куда пойти. Это сюда. Или нет, или да, или нет, или да. Наверное, да. Или да. Внезапный Warcraft. Ержан. Ержан, ты куда? Ержан. У тебя текстурки не загружаются. Ержан. Нет. Я все понимаю, но Ержан, я за тобой. Короче, у него есть глаза по всему парку, но за кулисами он не может ничего видеть. Пока, Рэмбли. Что ж, погнали. Навстречу неизвестному. Ха! Есть. О. Лайн, пошли. Пошли, Лайн. Ты меня испугаешь? Я хочу попугаться. Дай мне попугаться. Хочу попугаться. Пугай меня, пожалуйста. Не будь чмой, не испугай меня. Ну, блин, ну ради всего святого. Ну, один скримак. О. А... Я сейчас должен был испугаться, да? Блин, ну... Давай к тебе подлезу, ты меня испугаешь. Не, серьезно. Это хоррор или что? Когда страшно? Когда страшно будет? Не, эмбиент, конечно, напрягает, но... А когда страшно будет? Меня только сейчас на смех пробивает. А страшно будет, не? Так, я сейчас должен получить поебалу. Ключи я должен получить. Или что я тут должен получить? Ага, дверь нам закрыли, открыли. А если Рэмбли нас не видит, как он сейчас нам открывает, или... Блять, самое лучшее место для ключей. И сейчас нас испугает. Я выхожу, нас пугает. А, бронзовый статус. И сейчас он нас пугает. Сейчас он нас пугает, да? Испугай меня. Напугай, если сможешь. Даже дверь меня испугала, а ты меня нет. Не, ну, ну киса. Ну кисуня, ну, блин, ну кисуня, ты, конечно. Я тебя с самого начала не уважал. В принципе, не зря. А как выйти? А вот. О, привет. О. Кисунина. Ой. О, птица. Пицца.
птица. Буду называть ее Чикулипов. Ну, вы понимаете. Не, серьезно, когда пугаться? Пугаться пока что никогда. Только умиляться. О, да, непрогруженный мир Unreal Engine. Как я тебя обожаю. Рэмбли, Рэмбли. Был ли Фредди Фазбер тебе отцом? Рэмбли, Рэмбли. Знаешь ли ты, где выход? Ответь мне. Воу-воу. Вот мы проходим. Опять милаха нас встречает. Мне даже уже не кринжит это. Блять, это что? А. Not far from here, and it's a great warm-up before we get into the bigger rides. Just take it up at Molly's landing pad. А, короче, мы теперь идем. Я так понимаю, птица это Молли. Мы идем на ее гонки. Ё-моё! Текстурки! Ля, прикольные кубики. Технодемка уровня бо. О, вот. Сейчас будет скримак, чекайте. Сейчас будет скримак и. Не, ну хоть что-то. Вы слышали этот вздох? Я похудел на 3 килограмма, ё-моё, когда пугаться? Я сюда пришел, ну, я, конечно, вам не говорил, но на самом деле, прикол в том, то, что я строю дом, да? И у меня не хватает кирпичей. Кирпичи дорогие в наше время. Я пришел сюда откладывать кирпичи и строить дом. Но у меня даже еще, я не знаю, ни камешка не выпало. Но это какая-то пресная херня. Единственное, что спасает, это енотик миленький. О, аркады. Поиграть можно? Можно поиграть. Давайте поиграем в игре. Ага. У нее там что-то plane crashes. Поломался. Короче, у нее полом. Короче, у нее поломался. Вертолет самолета. И мы должны спасти ее. Блин, кстати, мне нравится графика. Тут смешение 2D и 3D. Я такую графику обожаю, на самом деле. О! А чё мы бедных белок убиваем? Фиолетовых. Они ж с тобой одного цвета. Рэмбли. Ля, ну смешение 2D и 3D это, конечно, кайф. Опа. Опа. Оп-оп. Оооо. Белки ебутся. Погнали дальше. Марио. А, это скорее Соник какой-то. Так. Клубничек нет. Блядь. Только не говори. Заново проходить? Не, ну ты прикалываешься. Ну ладно, погнали. Перс пройдем. Привет, белки, которые ебутся. Привет, Соник Момент. Блядь. О, нет! Клей Молли разбился где-то в Вудс. Мы должны ее пак. Блять. Привет, ебаные белки. Не, ну вы хотя бы прикрылись, я не знаю. Че вы, серьезно? Соник Момент. Пытаемся не упасть в воду. И вот мы дошли до момента, где умерли. Главное, сейчас опять не сдохнуть. Управление тут, конечно, дерьмище, но на то и, наверное, и закос. А, еще один Соник Момент. Я надеюсь, не сдохну. Не сдох. О, привет. Молли, что с тобой случилось? Рэмбли, я летала над полем, а там... О, скунтиха. Выглядит как будто моя дымовая завеса там тебе навредила. Я ее побежу. Я ее побью. Гнали. Яд отравила. Молли, берегись. Она заразила Молли какой-то дрянью. Слишком медленно. Тупица. Что ты с ней сделал? Встречай новую Молли. Теперь она злая. Теперь ваша дружба пойдет в жопу. Что ты думаешь, она на самом деле думает о тебе? Имейте веселье вдвоем. О, раз, два, три. Раз. Так.
Так, ну мы ее хорошенько так побили. Что-то это было слишком просто. Ну, сдох три раза. Но даже не на боссе. Ну, как бы, вы понимаете, да? А, Рэмбли, что ты на это счет скажешь? Так, ну, единственное, что я могу додумать, то, что на самом-то деле вот эта вот скунсиха всех заразила какой-то фаз жижей. Я не знаю, я не могу отделаться от мысли, то, что это какой-то фнаф. Ладно, сюда мы не пройдем. Видимо, наше место у параши, а именно по лестнице. Знаете, как кунг-фу панди. Мой злейший враг. Лестница. О! Это страшно. Ужасно. Она опять крашнулась. Он куда-то звонит. Блин, больше не поддерживается номер, куда он звонил. Блин, короче, надо возвращаться обратно. Или, а, вот, кнопочка. Это нам сюда, это сюда. О! Иу! Это что, детский сад такой? Не знаю. Меня, единственное, что тут вызывает, это отвращение, эта локация. Ладно. Давай поиграем, окей, давай поиграем. Хотя я не хочу. Хотя вот с этим енотиком поиграла, а так это, блядь, локация выглядит как говно. Я должен пробираться сюда. О, привет, птица. Бля, не лагай. Не лагай, птица. Лучше меня попугай. Попугай, попугай. Меня попугай. О, попугай меня. Хочу увидеть скримак. Хочу сдохнуть. Давай, 3 часа поворачивайся. Да. Желтый кружок, погнали. Давай, скримак, пожалуйста, я прошу тебя. Ну, один небольшой, малюсенький. Ну, скримерок, ну дай мне отложить котлету. Блять, чел, ты исчезаешь. Ну что, погнали. Сейчас будет погоня, да? Сейчас будет погоня. И попугай, попугай, меня попугай. Давай, давай, убить. А. Блин, я так испугался. Это было страшно. На арте выглядит охуенно. В принципе, по факту. Ну, это какая-то пресная параша. Ай, не испугаться мне в этой игре. Игра для дошкольников. А, злая птица, у нее есть клюв. Окей. Я побежал. Я вас понял. Оу, щит, here we go again. Потрачено. Восстан. Да. Чай, дай мне силы пройти эту игру. Она не страшная. Она скучная. Угу. Я бегу. Я спускаюсь. Она телепортируется. Я бегу сюда. Я бегу. Она за мной бежит. Я такой типа, оу, нет. Я бегу, такой, опа, она вылезает из трубы, я бегу сюда. Мне, типа, должно быть страшно, но мне страшно просто это еще раз проходить. Я прыгаю, опа, вниз падаю, вниз еще раз падаю. Да, мне, типа, очень страшно. Прыгаю, мне, типа, очень страшно, пипец страшно. Я бегу, усыраюсь. Вообще, мне так страшно заново проходить этот сегмент. Вы даже представляете, сколько мне страшно. Я сейчас обосрусь. Да, привет. Бля. Откуда у них кровь? О, нет. Бля, он такой типа. Нет, не приходи, не подходи сюда. Это комната только для персонала. Нет, не беги. Your facial tracking that you're scanning is angry, upset. Transparency is an important part of our policy here at Indigo Park, so you need to be honest about something. Блин, какой он миленький. Хочу его обнять. Why stop showing up? Guess it's too the mascot, sir. I just was so excited to see a visitor, and I wanted to be sure you were given the best experience possible.
Блин. Дайте его погладить. Sorry for the inconvenience. But I have an idea. I have access to the repair documentation in my database. I just can't execute most tasks without authorization from a human user. You must have come here because the park matters to you too, right? Да. Are you willing to help me restore the park? Да. I can see in your facial tracking data that you aren't opposed to this. Ooh, I'm so excited. Let's get this place back in business. Давай. Короче, если коротко, то птица вообще не страшная. Он огорчен тем, что все забросили парк. На самом деле он пытался как-то активничать, но на самом деле это все маска, под которой внутри него грустно от того, что произошло с этим местом, что произошло с его друзьями. То, что они хотят убивать. Okay, ага. Welcome to the crew, Rookie Wrangler. Registered. Your first official job as one of Rambly's Wranglers. Registered. Is to get out of the Rambly's Wranglers. Registered. Room. Head left towards the Rookie Wrangler. Registered. Security room to set yourself free. Phew, kind of exhausting to say that whole spiel. But Rambly's Wranglers. Registered. There's a registered trademark. That expired yesterday. Registered. И в итоге мы должны сейчас ему помочь, так как мы люди, мы человеки. Ну, я-то демон, но, походу, этого не замечает. Мы должны ему помочь. Должны помочь вернуть ему парк и сделать его вновь великим. Great again. Нам сюда? Security room. Походу, сюда. Ого. Вот такими вот представляю FNAF. Ой, ё-моё. Так. Ну, ё-моё. Ёбаный детсад, нахер нужен? Wow, you made it to Oceanic Odyssey. You're doing a great job, Rookie Wrangler. Так, нас сейчас... Potpourri of porpoises, pickles, and perches as far as the eye can see. Please don't tap the glass. Короче, нам никогда не узнать, что будет за поверхностью. You okay? You look kind of tired. Do you need a moment? Don't worry, it's fine. I don't blame you for taking a rest after all that. Heck, I could go for a nice relaxing defragmentation myself. Before you settle down, you up for a little survey to help us improve the park? Thanks for visiting Indigo Park. Hope all your dreams came true. Everything I know this place should be. Блин. Песня-ка крутая. На самом деле, да, его голос тоже с какой-то стороны миленький. Я, когда к нему привыкнешь, он такой роботический. Песенка крутая. Конечно, вернусь. И как можно ему отказать? Ну, блин. Будем честны. Игра, так скажем, не очень страшная, но, ё-моё, это енотик просто покрывает всю своей милотой. Просто взять бы его за щечки и тискать. А песня... Эта песня теперь у меня будет, наверное, в плейлисте. Это лучшее, что я слышал, наверное, за месяца два. Ну, в смысле, из нового. О, блин, это шикарно. Песня шикарна, игра не очень, но маскотик миленький. Ну, а теперь перейдем к рисунку.